Башкирскую содовую компанию вновь включили в перечень стратегических предприятий республики. Соответствующий указ подписал глава региона Ради Хабиров. Напомню, в августе 2016 года правительство республики исключило БСК из этого перечня. Этому предшествовала приватизация компании, которая осуществлялась с 2010 по 2013 год. В августе 2020 Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить законность этой сделки. Уже в декабре арбитражный суд Башкортостана удовлетворил иск об изъятии ценных бумаг БСК у торгового дома «Башкирская химия», регионального фонда и компании «Башкирская химия». В результате 1,5 миллиона обыкновенных акций перешли Росимуществу. Затем почти 38,3% акций были переданы в собственность республики. Еще 11,7% плюс одна акция перешли Башкортостану в доверительное управление. Как отметил РБК Уфа, министр промышленности республики Александр Шильдяев, все стратегические предприятия проходят мониторинг по финансово-экономическим, социальным показателям и контролируются отраслевыми министерствами.